В Азербайджане будет создана единая информационная база о шахидах и членах их семей. Законопроект о внесении изменений в закон об увековечивании памяти шахидов и льготах семьям шахидов был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, передает канал 13. Согласно изменению в электронной информационной системе структуры, которая будет определена соответствующим органом исполнительной власти, предлагается создать реестр лиц со статусом шахида, а также реестр членов их семей. Данное изменение направлено на создание единой информационной базы по шахидам и членам их семей, а также на автоматизацию сбора, хранения и поиска соответствующей информации. Также это позволит в дальнейшем отказаться при оформлении соответствующих документов от бумажных носителей, устанавливать в режиме реального времени статус и так далее. После обсуждения законопроект был принят в последнем третьем чтении.